Ой, мы сейчас решили с детьми пойти. Ой, мамочка, ты короче, чтобы вы понимали, это у нас мама, а что делать? Вот такая красота. Это мы идем кататься с детьми на лыжную базу. Идите вперед. Мы сейчас пойдем лесом. Видите, нам не страшно совсем, красиво, тепло. Тепло, темно, темно, да, мне еще и тепло. Да, в таком снаряжении, говорит, тебе тепло. Да, на данный момент мне тепло. В общем, мы... А где сынок мой младший? Джерри. Джерри, сын... Ой, вот вижу, глаза светятся. Ой, гляньте, глаза сынка моего. Короче, люди, мы сейчас идем с горы летать. Если хотите, смотрите наш видеообзор. Помните, я всегда снимала периодически летом или когда-нибудь. Короче, когда у меня есть время, я снимаю обзоры каких-то интересных мест, достопримечательностей, заброшек. Так вот, мы никогда не снимали зиму. Да, и сейчас я снимаю зиму вечером в лесу с детьми, с собакой. Джерри, вперед. В общем, смотрите, сын мой уже с ума сошел, поехал с горы. Женя, тут... Короче, он уже уехал, как вы понимаете. В общем, мы сейчас снимем обзор, какие у нас классные горки есть на лыжной базе. Как приходят сюда с этими всякими плюшками кататься, с санками. А, санками, кстати, были только мы в прошлый раз. В общем, гляньте. Гляньте, Паша, аккуратно. Женя, тут же... Женя, ну ты проехался, а как нам... Женя! Он уже улетел. Нам же надо как-то спуститься, сынок. Сначала, наверное, мы, а потом бы ты. Ты же снег загладил. Ну, блин, а нам что, жопой съезжать теперь всем? В общем, Джерри, сынок. А, короче, походу, я сажусь жопой. Сонечка, тикай, я тоже сажусь жопой. Ай, мамочки! Ой, я на жопе еду, Соня, давай быстрей. Это вообще атас. Люди, это вообще атас. Я, короче, на жопе, чтобы вы понимали, с горы. С горы слетела! Ой, класс, гора вообще вот такая, вот она очень длинная. Мам, давай дальше не будем, где тут так классно. Вот это ржать, Женя Газман, давай не будем идти. А я людям говорю, что я хочу обзор снять. Ну, я на жопе, конечно, еще хочу проехать. Мам, на ледянку эту. Офигенно круто, но мы идем дальше. Блин, Джерри, сынок, я вижу твои следы, что? Люди будут завидовать. Джерри, сынок, горы у нас офигенные. Не, ну я как будто ехала с камерой этой, как она называется. Нет, а там без поворотов не так интересно будет. А я жопой по... Жопой по каким-то буквально этим. Ну мы сейчас снимем обзор, потом вернемся на эту гору. В общем, у нас тут офигенно. У нас здесь очень красиво. Зима нереально. Смотрите, как снег красиво бьет в камеру. Конечно, все очень темно, но при этом все равно одновременно и светло. В общем, смотрите, какие красивые у нас заснеженные уже деревья. Ай, боже, класс. Юху. В общем, я еще, конечно... Сынок, ой, шлите сюда. Сейчас я, знаете, что куда вам покажу? Я сейчас выведу детей на стрельбище. Короче, я так съезжала быстро на задницу, что подбила свою дочь, и мы вообще поехали. Классно, Саня, проехали сейчас? Огонь, блин, это такой кайф проехаться с горы в лесу на заднице. И когда... Короче, бьет тобой ни санок, ничего, только снег. Ой, блин, туалет. Мы немножко... Ладно. Не с той стороны выйдем. Я не в тот поворот завернула, ну ладно. А что ты... Ладно, идем. А, нет, в этот, все правильно. Ой, а где лабиринты? Благо, что я детей своих тут по этим лабиринтам годами вожу, они тут все помнят. Ой, ночью знают, как идти. Ой, вот это у нас будет нереально классный обзор. Правда, темно немножко, но это ладно. Зато вы увидите, сколько есть в Чернигове замечательных горок. Не обязательно ходить на эту заезженную, заезженную, залысинами, с корнями. В общем, там где... Как она там? Золотая? В общем, королевская. Вот, я вспомнила. А вот посмотрите, какие здесь шикарные горы. Здесь березы, а не сосны. Тут сел. Хотите, покажу? И поехал. Я буду ехать здесь. Смотрите. Я сижу и... Мама родная. Ау! Круто, я на жопе съезжаю. Блин! Йоу, мамочки! Ой, господи, куда я уехала? Вот это да. Угу. Ой, мама... О-хо-хо-хо, гляньте, чтобы... Ай, сынок мой летит, смотрите. Вот это огонь. Ой. Так ты хотя бы на ледянке, я на жопе себе съехала. А что ты березовую ветку захватил? Я так упал на копчик. Ой. Блин, короче, смотрите, видите? Горки у нас...
Я тоже не могу еще с поворотами. Люди, короче, приходите кататься к нам в Березовую. Сынок, дочка, ты смотри, дочка полетит. Класс. Приходите к нам кататься. А давай зайдем обратно, блин. В этот, в лыжной базе. Очень много разных горок. Очень много разных поворотов. Нежные, мягкие. Для любой езды. Смотрите, я снимаю обзор, мои дети опять летят. Посмотрите. Здесь нет корней, как у сосны. Вы не убьетесь. В общем, здесь намного лучше кататься. Смотрите, уехал. Намного лучше кататься, нежели там, в Еловщине. А, не Еловщина, а Яськово, да? В общем, вот. А, я сейчас вам веду показать стрельбище. Я уже забыла на радостях, простите. Ой, сейчас в гору зайду. Очень-очень уже устала. Снимаю. Джерри, сынок. Так идите тут кататься. Ну пошлите на ту, на те горы. Да тут каждый, ну тут каждый поворот гора, дети. Ну дети, ну вы где? В общем, они уже за поворотом уехали, как вы понимаете. В общем так, здесь у нас стрельбище. Вот там. Вот там. Могу ближе подойти. Здесь у нас много. Ничего, что я снимаю в темноте и ночью. Я подойду поближе. Здесь у нас уже лыжники находили. Наездили практикующие. В общем, вот. Вот наш тир. Ой, тир. Стрельбище, оно очень большое. Видно, да? Оно очень большое, длинное. Тут кто-то находил. Дети, идемте дальше. В общем, вот. А мы сейчас пойдем вот туда кататься. Там есть большое место. Очень широкая между деревьями, где могут помещаться в ширину, я не знаю, она широкая, метра 4, наверное, в ширину, если не больше. И там нереально круто кататься. Я такого катания, точнее, такой горки еще, как здесь, не наблюдала. Дети, здесь тоже лед. Здесь, дети. Дети, здесь тоже каток. Я по катку хожу. Он такой хрустит на газоне. Все, пока я включаю камеру, смонтирую потом, когда мы туда дойдем. Итак, мы немного дошли. Вот там у нас стрельбище. Тут мы доходим до домика, где они сидят. А, нет, я не знаю, что мы там домики делают. Короче, чай пьют. Ну, по крайней мере, там точно пили. Вот, небольшая горка, но вообще это асфальт. Лыжники тут на асфальте съезжают. Это потому что... Не лыжники, а... Ну да, лыжники эти, как они. Вась. Биатлантисты. Где шнурки завязали, сынок? Жень, подожди! Так, ноги на мои ложатся, ноги на мои. Пар нереальный. Жень. О, красота моя. Молодец. Поедет. Давай, троем. Фью! Да какой троем? Не могу. Опа! Да горка эта маленькая. Это же еще и на асфальте. Здорово. Так, где мой младший сынок? Джерри! Ко мне. Не Женя, а Джерри. Я знаю. Шурки завяжи. Нет. Сынок, Джерри, ко мне. Джерри. Соль. Где он? Соль. Джерри. Где он? Если серьезно. Джерри, ко мне. Иди сюда, сынок. Быстро. Джерри. Он что, домой пошел? Балбес. Он что, домой пошел? Круто. Или... Вот он бежит, боже, глаза светятся, как у этого. Ты где был, говнюк мелкий? Вот. Пошли, там. Все, правильно, идем туда, куда надо. Он же знает, он тут уже много раз был. Бегал на фотосессиях, да, сынок? Скажи, что, я тут местность знаю, хорошо. Иди, Лохмандей, идем. Иди, мой пушистик, идем. Тепленько. Побежал, гляньте, какой собака счастливая у меня. Давай, идем. В общем, мы продолжаем свой путь до того крутого места, что я рассказывала. В общем... Мы идем, продолжаем свой путь. Напротив нас очень большие идут поля. Вот там, который идет на Толстолес. И пошел так вот. А мы идем вот. Что ты застигни? Ну ты не можешь застегнуть мне карман. Так ты же идешь, вот крутишься, спиннер, блин. Нормально. Мама родная, говорит, спиннер. Он, сынок, дерево обсыкает. Молодец, красавчик. Хорошо, хоть не мою ногу. Так, идем дальше. О, следующий сынок пошел дерево обсыкать. Вообще огонь, красава, сынок, молодец.
Так, следующий сынок, давай еще к дереву подходи. Тут уже двое поссали. Ой, простите. Ладно, идем. Шутка. Так. Простите иногда за мою бестактность, конечно. Ну, это так, это шутка была. Итак, мы продолжаем. И, в общем, нам нужно дойти до того. А, поворота не видать, да? В общем, видите, там деревья в конце. А потом идет поворот налево. И вот туда, а потом еще. В общем, потихонечку-потихонечку мы однажды туда придем. Лесом, полем. Лесом, полем. В общем, мы прошли часть пути. Вот мы дошли до одного поворота, завернули. Идем на другой поворот. Тут еще один огромный. Вон там в конце фонари светятся где-то. Видно, да, фонари? Там идут гаражи. Вот нам почти до этих гаражей. Перед ними идет огромная здесь у нас гора, на которой мы будем кататься. Я буду продолжать обзор, потому что мы уже практически пришли. В общем, дети идут счастливые, немного уставшие. Все в снегу. Да, Павлик? Павлик? Морозов. Нет. Я белый. Мы знаем. Хотя ты весь в черном. Это такой еще вопрос. Белый ты или черный? Вот говорит, я белый. Ну ты правильно. Белый, конечно. Вот когда капюшон снимешь, ты белый. А когда в капюшоне, ты черный. Шутка. Фамилия белый. А то еще ребенок обижается, шутки мой не понимает иногда. Суликошка, давай, бегом. Зайка, давай, давай. Догоняй мальчиков. Опа, спортсменка моя бежит с горы лететь. Главное, дети, не травмироваться. Ага, а то еще перелом, естественно. Нет, а то еще просто я вас здесь брошу и уйду. Я же не донесу вас. Ты офигел? Ну, за помощью пойду вообще-то. Ты нормальная? А, ой. Так, надо срочно мужу перезвонить. Говорит, что забыла, не звонишь. Пишет мне там уже в инстаграме. Так, потому что, Мила, я обзор снимаю. Наши горки. Сейчас дойду, сниму и не беру тебя. Прости, пожалуйста, что я не забыла тебе. Хотя, может, и забыла. Мне просто нужно позвонить. Вот, вот эта гора. Вот, смотрите, вот она такая широкая. Вот мы уже пришли. Да, что? Собирай перчатки. Сейчас. Я доснимаю обзор немного. Вот, видите, она вот отсюда начинается. И вот до дерева, в общем, вот. И вон мой сын поехал с горы кататься. Мама, это самое здесь, пока не широкое, что мы видели. Мама, ну и все. Нет, давай мне в руки. Все, на этом мой обзор краткий закончен. Говори, зайчик, всем пока. Скажи, приходите кататься. Приходите кататься. Приходите кататься к нам сюда, в Березки. На лыжную базу. Здесь очень много везде разных Мама. Гор с поворотами. Очень красиво. И всем хватит места. А вот там классно, когда тут одни съезжают. А вот там сдалека есть спуск, там другие. И получается, друг друга внизу встречаются. В общем, вот, круто здесь. Это какой-то капец. На меня идет снег. Тут где-то мой сынок стоит. Джерри, к маме. Джерри, иди к маме. Будет жрать снег, горло будет болеть. Там еще где-то мой сынок стоит надо мной. Вау, я тут решила, короче, лежу, понимаете, на снегу, там где-то мои дети фигачат. В общем, текать! Ой, мама, текайте! Я лечу! Йоу, круто, блин! Вот это, мама дорогая, как круто, блин! Ой, ё-моё, главное копчик не отбить. Вот это офигенно круто! Ура! В общем, мы вернулись к нашей любимой горке, которая с поворотами, с виражами. Смотрите, я буду сейчас Соню толкать. Давай, Сонечка. Погнала. Смотрите. И, ой, я что, с телефоном не ушла? Ой, мамочки. В общем, а там дальше просто идет поворот. Она улетела очень далеко. Желтый снег. Где ты? Я тут, на дереве. На каком дереве? А, я вижу тебя, светоотражающая. А, желтый снег. Сзади, светоотражающая лента. Вон Пашка с горы возвращается, точнее в гору. Соня, в общем, здесь самое офигенное. От стрельбища. И сразу вот пошел спуск. Заворачиваешь и пошел с лабиринтами. Там нам самое лучше понравилось. Самая классная горка. А там, где мы далеко ходили, нам, ну, по крайней мере, на заднице съезжать неудобно. А здесь, вот, смотрите, мы гладко сделали. Смотрите, вон ребенок поехал. И все. И уехал сейчас до поворота. Давай, Паша, до поворота. Паша, давай, до поворота. Все. Сейчас... О, смотрите, следующая полетела. На шапку слетела. Шапка, Женя, у нее шапка слетела. Сулико. Короче, Сулико моя пропала.
Без вести, хотел сказать. Забери шапку, иди ей там отнеси. Одень. Возьми ее шапку, казак ты, блин, фигов. Забери ее шапку и поехал одевать. Бегом. На шапке? Нет, ей одень шапку. Давай, давай. Так аккуратно. В общем, крутая горка у нас офигенная. Плохо видно, жалко. Сынок, Джерик. Джерик. Иди сюда, сынок. Идут. Сборник. Сборная солянка. Да вот солянка бежит. У меня что-то камера видна от холода или что? А. Одень шапку. Соня, одень шапку. Соня, одень шапку немедленно. С Пашей она хочет. Пусть она поедет. Женя, пусть она не с Пашей поедет. Женя, одень ей шапку. Одень ей. У нее ей неудобно, у нее рукавицы твои. У нее рукавицы. Одень ей шапку. Боже, на голове деревья уже. Боже, листья в волосах. Сулико. Ой, мама ты родная. Боже, и снег, и листья. И... Божечки. Лохмотья всякие. Софья, ветки. Подождите, шапку. Софья, иди сюда. И гляньте, волосами по снегу поехала. Догонять пацанов. В общем, классно. Приезжайте сюда кататься. Здесь очень весело у нас. Джерри, скажи красиво, классно, да? О, побежал, побежал. Все, всем пока. Земля! Какой лед это земля? А под нами текайте, пацаны, я лечу. Текайте, сейчас моя жопа будет отбитая. Ай, мамочки! Ой, кубарем поехала! Ой, господи! Паша, текай! Ай, мама, Соня! Осторожно, текай! Мама едет! Ой, господи! Мамочки, давай снег, блин, в лицо! Это пипец! Весело, прикольно! А, дети друг друга! Ого! Ой, блин, у меня уже на... Блин, у меня ветка, гляньте, ветка! Ветка! У меня ветка на пояснице! Вообще, что это такое? Мне снег в лицо! Да, а мне снег в лицо, ветка на пояснице! И мне на пояснице! У меня, короче, на пояснице, гляньте, снег! У меня на пояснице снег! Вот, видишь, видишь? Видишь, у меня снег! Второй раз шапку снимаете! Ну, Соня, ну что ты хочешь? Это веселые горки! Короче, это самые крутые веселые горки! Кто пошла? О, я забираю рукавицу! Вы... Березка! Все, пока! Счастливо оставаться! До свидания! Последний рывок. Сынок, Джерри. Джерри, поехали. Сынок, мы уйдем домой. Джерри, ко мне. Пошли, я с горы поехал. Давай. Короче, все. Джерри, погнали. Все, мы поехали. Так, короче, вот горка. Я еду, все. Ух-ух. Пожелайте мне счастья. Я еду на жопе, чтобы вам заснять вот это классное событие. В общем, я сегодня... На сегодня это хватит. Дети ноют. Ой, мама, доска наша. Блин, доска наша осталась. Пошла за доской. Невозможно, буду ехать на ней, а не на заднице. Чего я еду на заднице? Они тут доску бросили. Так, сажусь на доску, значит. Сынок, погнали. Так, Пашка, Соня. Я с тобой. Ты же не хотела. Хочу. А, ты хитрожопая. Ну ладно, садись на доску. Садись, потом я этот обзор снимаю. Как мы последний раз едем. Садись, Джерик. Давай, беги с горки. Мы с Соней погнали. В общем, мы... Ой, ой, Паша, текай. Мы летим. Текай. Ой, блин. Ё-моё. Вау. Вау, пойди. С такими кувырками. О, Соня на шапка. Блин, у меня уже снег в ногах, на носках. На моих, в общем, голых ногах. Паша, пошли. Все. На сегодня отбой. Баста. Карапузики. Накатались. Смотрите на этих детей. Когда детей выгуливают мама Лера. Соня, покажись. Мы выглядим как дети 80-х, да? 60-х. Вот, Паша, покажись. Да я сама такая, как дитё 60-х, 80-х. На волосах сосулькой, как у Сони. Что за психи? Рукавицы одень. Бегом. Держи свою шапку. В общем, вот такие мы красивые. Когда я с детьми хожу гулять. Трындец. Королевская зима у нас на массиве. Красивые наряженные домики. У нас таких много. У нас такой красота здесь. Ой, я уже возвращаюсь с детьми из похода. Гуляли мы
А может, еще сейчас два. Капец, какие мы. Вот такая я вся. Как мои ботинки. У меня волосы просто копец называется. Как шапка у ребенка моего. И как мой ребенок. Да, зайчик? Идем, солнышко. Что это за психи? Побей, асфальт, побей. Иди сейчас дачу даст. Возьмешь и упадешь на нем. Да, идем. А зима у нас просто волшебная. Опять началась. Класс. И мы идем домой. Как красиво. Идет снег, вы посмотрите. Я так понимаю, то на повороте стоит Женя, а это Джерри, да? Джерри, сынок, иди сюда. Иди к маме. Ко мне. Давай, давай, сынок, иди сюда. Наверное, уже после двухчасовой прогулки в такую зиму снежную в горах мой сынок имел меня в виду. Да, побежал домой. Не хочет. Сказал, мама, до свидания. Ай, смотрите, как красиво забор смотрится. Весь в снегу. Вот моя дочь идет. Бедная. Да, Сонечка, заносит, нет? Или еще будешь кататься? Не хочешь? Завтра придем кататься? Ну, конечно, если снег будет, мы же катаемся, ходим каждый день. Если снег. Но у нас что-то в этом году не срослось. Ночью снег, днем дождь. Поэтому мы всегда пользуемся моментом. Зайка, идем. Что такое? Давай свою тут покатаюсь. В смысле, понесу. Покатаюсь, говорю. А вот и наш район. Кто-то показывал какое-то село, где мужчина красиво украсил свой дом. Так вот, у нас такой здесь не один. У нас здесь просто сказка. Своя собственная. Вот, посмотрите, как красиво у нас здесь на массиве. Еще некоторые дома не освещаются, отключены просто почему-то. Я не знаю, вот. Мой что-то тоже частично светится, частично нет. Некоторые светодиоды от холода. Нет, от воды, наверное. Отключались пару лет назад. Что? Что там делаешь? Ну, я видео снимаю. По красоте. А? Следы какие? Непонятно, какие это. Ну, это твоя рука. И три твои пальца. Типа следы домового. Нет, это уличного следы вообще-то. Какого уличного? Хочешь, я такой сделаю? Уличного? Сделать? Да. Домового. Ну, теперь смотрите, как делается такой след. Отойди-ка. А, хитрая самая. Вот. Это вот ты поведешься. Поведешься на свою детскую шутку, которая была в моем детстве? Ну да. Что? А что это? Что там написано? Ничего. Это я затегал. Что за то? Короче, там написано «Сивая кобыла», бред какой-то. Какой «Сивая кобыла»? Написано «Бум». Не знаю. В общем, у нас вот такая здесь красота. Отойди, красота. Да, такой. Все, мы почти. Ты что делаешь? Сам себе подножку, тебе делать нечего. Да. Блин, а где наш поворот? Я что-то забыла. Следующий наш же. Или где наш? Вот. А что это за забор такой? Тю ты. Капец. Джерик, сынок, пойдем домой. Блин, Жень, забери эту доску хотя бы. Я рукавицу одену. Мне холодно. Женя, на, забери доску. Джерик, сынок, пойдем домой. Джерри. Я возвращение домой, блудливых наших, в смысле нас, с улицы, с прогулки снимаю, поняла? Угу. Покажись, какая-то у меня красотка. Трендец, на холодец. В общем, мы идем домой. Дружно, весело, холодно, замерзли. У меня уже пальцы на руках, пока я снимала рукавицу, одевала. А вы смотри на мои. Резко замерзли. Так, Джерри! Не уйди. Сейчас дядя выйдет. Иди сюда. Не засыкай ему траву. Уйди. Ты будешь ссать больше нигде? Идем. Пошли. Ладно. Не буду людей отвлекать. В общем, зима. Офигеть. Красиво. Красиво. Пацаны, вы бы хоть бы улыбались домой, возвращаясь. Идете, ноете, как будто вы тут землю рыли, а не гуляли. Елочка вот какая красивая. Сонька, ты где у меня красивая?
Ой. Тебе вот это как эта обезьянка, знаешь, тебе вот эти две такие железные тарелки, бам-бам-бам. А вот так вот? Да. Все, мы пришли домой, а вот мой моднява светится наполовину. Ну тоже. Да. Не так уж и красиво, конечно. Но. Пашка. О, мама твоя снег гребет во дворе. Слышишь? Что? Иди, мама снег гребет во дворе. Бежи, бегом. Я не могу бежать. Обалдеть. Это просто обалдеть. Солнышко, давай. Зайка, давай, зайка, возвращайся. Джерик. Джерри. Идем домой. Все, мы пришли домой. Ура. Если что, завтра, может быть, днем, может быть, днем снимем обзор. Привет работникам. Я этих дуриков выгуливала, как могла. Все. Прикольно. Ого, прикольно. Тут уже на грибах. Елки. На елке. Круто. И за нас снег. Вообще огонь. Ладно, все. Всем пока. Мам. Ой, мамочки.